дней я буду с вами говорить, как делать учеников, то есть как работать с людьми, чтобы привести состояние ученичества. Now, if you were talking to people that don't know about the Bible, the term people use today in the world is mentoring. Если вы не будете говорить библейским языком, то используется другой язык. Это как бы путеводитель. Как вести людей? So if you talk to people about disciples, they don't really know what you're talking about. Когда вы говорите ученичество, люди вообще не понимают, что это такое. Говорят, итак, будем говорить, быть в тренинге. And if you go to the church, you find most people don't realize what you're talking about either. И когда вы разговариваете в церкви, люди вообще тоже об этом даже не понимают, о чем говорится, о слове ученичество. And what we find that we do is we make church members, we don't make disciples. И что происходит? Мы начинаем приготавливать себе людей, которые, члены общины или церкви, но мы не производим из них учеников. And what that does is it causes people to join the church and sit and watch. Что происходит? Люди сидят, участвуют в церкви. And so people come to faith, they have a real experience with the Lord, they're excited about serving Yeshua. Люди приходят к вере, очень зажигаются о том, чтобы служить Богу. And then in most churches then they go and they learn information about God. И большинство в церкви люди идут и просто получают информацию о Боге. And every week they go to church and they каждую learn a little bit more. Церковь, и опять хорошо, еще что-то научились. And then they find out all these things that they're supposed to be doing that they're not doing. И все, что они должны были делать, они не делают. You need to pray. Вам нужно молиться. You need to tithe. Вам нужно давать десятины. You should be a nice person now. Вы должны теперь хорошим быть человеком. You need to do this. You need to do that. Должен делать это, то. And every week the load gets a little heavier on the shoulder. И давление оно становится все большим и большим бременем на плечи верующего человека. And they're no longer so excited about serving the Lord. И после этого они уже даже не им не нравится уже служить Господу, уже не становится такой радостной. So what's wrong in this situation? Что неправильно в такой ситуации? I think two things. One, we're not showing people how to do it. Первое, мы не показываем людям, как это делать. So discipling or spiritual mentoring is showing people how to do, not telling them what to do. Духовный тренинг или же ученичество – это показать людям, как делать, а не то, что делать. And the other element that's missing is grace. И другой принцип еще отсутствует – это милость. If it just becomes all the rules we're supposed to follow, rather than that God's Spirit's working in us to change us and make us this new person. Если мы показываем все правила, как все должно быть, вместо того, чтобы показывать духовный, как Бог это делает, и что Бог ожидает духовного роста. The good news of the gospel is that Yeshua has come to live in us, and then He is the one that is changing us. И добрая весть Евангелия заключается в том, благая, что Иешуа, живя в нас, Он как бы живет, производит в нас живое Евангелие. And the New Covenant says that it's He's at work in us both to will and to do of His good pleasure. И Евангелие говорит, что ибо Он, который обитает среди вас, Он делает в нас желание и по Своей воле. So there's a fundamental difference between the Lord working in us and then us trying to work up to please the Lord. Есть фундаментальная разница в том, что люди, которые то, что Господь работает в нас, да, и то, что мы хотим произвести. So turn with me to Matthew chapter 9. Откройте вместе со мной Матфея 9 глава. And I know in the Russian Bible it may be just a little bit different, but verses 35. И 35 стиха. This is a spiritual picture of what's going on in life. Это духовная часть, что происходит в жизни. Now,
We have the opportunity through the Bible to see what's really going on in the world. Мы через Библию можем увидеть, что на самом деле происходит в мире. Says that Jesus went around preaching the gospel of the kingdom. Иешуа проповедовал царство, Евангелие царства. And then when he did, it said he would heal people. И когда он это делал, он исцелял людей. And change their life. И изменял ихнюю жизнь. Says healing of all kinds of sicknesses and all kinds of disease. Он исцелял всякую болезнь, всякие заболевания. Now it says he came preaching the gospel of the kingdom. Итак, он говорит, что он пришел проповедовать Евангелие царства. And then you see this picture of what's happening to people's lives. И вы видите здесь картину, что происходит с людьми. And the reason for that is there are two kingdoms at the same time on this earth. Что происходит? Это два царства, которые находятся в этом мире, на этой земле. It's the kingdom of God and then the kingdom of the world. Царство Божье и царство мира. Now, when people think about the kingdom of the world, they focus just on the politics and all the things that are going on in life. Когда люди говорят о мирском царстве, это политика, то, что происходит каждый день в нашей жизни. Without thinking about the spiritual dynamics that are affecting the reason things are the way they are. И не думая о духовном эффекте, то, что почему происходит то, что происходит. Now, how many want to go out and do the Lord's work? Как много из вас хотят пойти и делать Божье дело? I mean, I do. Я хочу все делать. But how can I? Но как я go out and change the world? Могу пойти и изменить мир? You know, if I'm really honest with myself and I see myself and say, I can't change the world. I have nothing. Если я посмотрю на себя, буду честен, скажу, я ничего не могу дать людям. Во мне ничего такого нет. I can give people lots of information about the Bible and get people come to church and sit in a building. Я могу дать людям большую информацию о Библии, заставить их прийти в церковь или чтобы они сидели, слушали. We can pray, sing songs, молиться, петь песни, давать десятины. But that's not going to change the world. Но это не изменит мир. What Jesus did changed the world. Что делал Иешуа, он изменил мир. Would you agree when you read this? I mean, почитав это местописание, вы можете согласиться со мной, правда об этом? So there are two kingdoms. Есть два царства. And they're coming together in a conflict here. Они встречаются в конфликте здесь. Says he came preaching the gospel of the kingdom, so that. Ибо он пришел проповедовать Евангелие царства. So the kingdom has to do with a king and authority and rulership. Царство имеет, можно говорить, царя, действие царя, его правила. If you're a king, you're a king over something. Если вы царь, то вы царь над чем-то. Now we know that Yeshua said that he gives us the keys of the kingdom. И Библия говорит, вы царственное священство. И он царь этого, сам он царь этого царства. И мы идем во имя Его. So, to go out in His name means that we represent Him. Если мы идем во имя Его, тогда мы представляем Его. The United States has an ambassador in Kiev to the Ukraine. На Украине существует или живет человек, который представляет Соединенные Штаты. Он является дипломатом, представляющим Соединенные Штаты здесь, на Украине. And the way the international laws work is that if that person does something wrong in the Ukraine has no power to arrest them or to do anything to them. Что интересно, что так построен закон международный, что если человек этот сделает что-либо неправильно, то государственный аппарат Украины не имеет права его арестовать. And it's also the same thing. The ambassador of the Ukraine in the United States, if they do something wrong there, we can do nothing to them as well. Также и украинский представитель, дипломат, если что-либо он сделает в Америке не так, как по закону, мы не имеем права его арестовать. It's a reality of the law. Это реальность закона. So when we go in the name of the king, когда мы идем во имя царя, it's no longer about you. Это не просто вы сами личность.
You now represent the king. Вы теперь представляете царя. Now, if the king is Yeshua, that means something. Если наш царь Иешуа, это что-то означает. If I go out and try to do something for the Lord, если я приду и буду делать что-то для Господа, nothing will happen. Nothing will change. Ничего не изменится. There's no power there to make a difference in the world. Нет там силы просто, чтобы сделать какую-то разницу в мире. But I go in the name of Yeshua. Но я иду во имя Иешуа. And he says that when I go, he goes with me. И если я иду, то он идет со мной вместе. And he will prove to people that what I'm saying is true by confirming to them with signs following. И он подтвердит то, что я буду говорить путем сверхъестественного. If we go out in the name of Yeshua and there are no signs following, we don't yet believe ourselves. Если мы идем во имя Иешуа и не происходит чудес, тогда мы не верим в самих себя. So there's no reason to go. И нет причины идти. Become a believer first. Стань верующим сначала, в первую очередь. Do you understand what I'm saying? Понимаете, о чем я говорю, да? If you don't believe it, why are you going? Если вы не верите, почему вы идете? It's either true or it's not true. Либо это истина, либо нет. Right? It can't be both. Не может быть две части сразу. So if the Lord sends us somewhere, если Господь посылает нас куда-либо, then he's going there with us. Тогда он идет вместе с нами. Oh, I feel a little better about doing this now. О, мне лучше теперь, хорошо, прекрасно. And he will confirm to me and others that he's with me. Он подтвердит это мне и другим, что он с нами. But things will happen that could not have happened if I was doing it. И вещи будут происходить, те, которые бы не происходили бы, если бы просто я это делал. So when we go out to the people in the world, когда мы идем к людям, которые находятся в этом мире, we have to look at what's really happening in their lives. Надо видеть, что происходит на самом деле в их жизни. Now we may look at them and say, "Oh, you know, be impressed if someone is rich or they have nice things." Мы можем быть впечатлены тем, что, о, у них там есть денежки, у них там они богатые, у них есть вещи, которые такие привлекательные. But you don't see what's happening when they close the door and what's going on in their heart. Но вы не видите, что происходит, когда у них закрыта дверь и что происходит в их сердце. Yeshua said he looked and he had compassion on people. Yeshua говорит, он смотрел и видел, он сострадал людям. He didn't look at them and say, "Oh, those are all bad people. Look at all the bad things they're doing. They're terrible." Он не говорил, о, какие ужасные люди, что они делают. It's disgusting. Ужас. I'm so glad I go to church. Очень приятно, что я в церковь, в синагогу хожу. I get to be with all these people that know how to live, good people. Да, я могу жить с теми людьми, общаться с теми, которые знают, как себя вести. But instead, he looked at them and he had compassion. Но он посмотрел на людей, имея сострадание к ним. Now, why did he have compassion? Почему у него было сострадание? Because he realized it was not just all their fault. Потому что он понимал, что это не их проблема, это не их вина во всем. Everybody's going to be responsible for their own sin. Каждый будет отвечать за свой грех. But not everyone's not responsible for all of their condition. Но не все отвечают за свое состояние. If a child grows up in a terrible home, если ребенок рос в ужасном доме, воспитанием, a child is wounded and hurt and bruised. Да, ребенок раненый, у него есть очень много обид. Then that child is going to look for ways to feel better about themselves and life. И этот ребенок будет искать пути, как быть удовлетворенным, как искать, чтобы быть счастливым. So a person may become materialistic or a drug addict or something else. И этот человек может стать материалистом или же наркоманом, либо еще кем-то. And they're not happy. Потому что они несчастливы. So Yeshua looked at people and he saw what was happening with them, but yet his heart still went out to them. Yeshua посмотрел, что происходит с этими людьми, и также сострадал им. So if we're going to go out to the world, we have to have a heart for people. Если мы хотим
евангелизировать этот мир, у нас должно быть сострадание к людям. We're not out there to be God's police. Мы находимся в этом мире, чтобы не быть Божьими полицейскими. But we're out to bring God's heart. Но мы там, чтобы открыть людям Божье сердце. One famous missionary said, "Let my heart be moved by the things that move the heart of God." И один миссионер сказал: "Пускай мое сердце будет движимо тем, чем движимо Божье сердце." Or we can be religious. Либо мы можем стать религиозными людьми. And we can have church. Это может быть церковь, петь песни, десятины давать, учить Библию. And be very happy about how much better we are than everyone else. И мы будем удовлетворены тем, что мы лучше, чем другие. But Yeshua looked and he saw all the people and he saw their condition. Он посмотрел на людей и увидел их состояние. Now, he says that they are harassed. So he says that they're harassed. That means that something is harassing them. Something is making, you know, if you see sheep and you see them running and not doing well, well, what's causing that? И там написано, что эти люди, они были напуганы чем-то. Они что-то происходило. Видишь, как разбегаются овцы, что заставляет их разбегаться. I was with my younger son once and we were in the country of New Zealand and they had many sheep. У нас мы были вместе с сыном однажды в Новой Зеландии, там много было овец. And he grew up mainly in the USA and he had never been around sheep before. И фактически он вырос, мой сын, в Америке, никогда не видел овец, он никогда как бы не соприкасался с этим. So he said, "Oh, beautiful, cute. I want to go pet the sheep." И он говорит: "О, какая хорошая эта овечка, пойду поглажу ее." So he jumped over the fence. Он перепрыгнул через забор. He's an athlete. He's a very fast runner. Он атлетически хорошо сложен, быстро мог бегать. So he started chasing the sheep so he could try to pet them. И он начал бегать за овцами, чтобы можно было их погладить. He was harassing the sheep. They were all running this way. Он их пугал их. Они разбегались в разные стороны. So Yeshua said, "People are like sheep who are harassed." И он говорит, Yeshua говорит, что люди как овцы, которые напуганы, которые рассеяны. Now I could see my son and I could see the sheep running. Я мог видеть своего сына, а также видел овец, которые разбегаются. What we see in the world are sheep running. Что мы видим в этом мире, это разбегающиеся или этих овец. We just can't see with our physical eye what's chasing them. Но нашими физическими глазами мы не можем видеть, что же их преследует. You understand what I'm saying? Понимаете, о чем я говорю, да? It's like watching a puppet. You can watch the puppet, but and the strings, but you can't see the hand above. Это, знаете, как марионетки, которые есть куклы. Вы видите, что эта марионетка движется, но не видите руку, которая все это делает. So this is a spiritual reality. Это духовная реальность. So if you want to know what's happening in the spiritual realm, look what's happening in the physical realm. Если вы хотите узнать, что происходит в физическом мире, посмотрите, узнайте, что происходит в духовном. You can go to certain parts of this city and you'll see more demonic activity than in other places. Вы можете пойти в этом районе против города и увидите, что действие бесов намного сильнее, чем в других районах этого же города. How do you know? Look what's happening to the people. Как же вы видите это, наблюдая за людьми? See, when people are defeated, когда люди побеждены, miserable, они в ужасном состоянии, hurting themselves and hurting others. Они унижают других, сами будучи унижены, безнадежны. That's demonic activity. Это действие бесовское, это духов. Now we bring the kingdom. Мы привносим царство. If you don't believe that, don't go. Если вы не верите в это, тогда не действуй, не иди туда. Don't go. You're wasting your time. Ты просто
напрасно проводит, как бы тратишь свое время. You're just another person who wants to give little money and do something nice. Вы просто один из людей, еще человеков, людей, которые хотите дать немножко денег и жить хорошо. Or maybe you feel guilty about your sins, so you feel you have to do something good. Может, вы чувствуете себя виновным, что в ваших грехах вам необходимо что-то хорошее сделать. There's all kinds of reasons people go out in the name of Yeshua. Есть много причин, по какой причине люди идут во имя Иешуа. And the Lord wants to change our hearts and our motives. Но Бог хочет изменить наши мотивы, наши желания, что мы делаем. We are to come and bring the kingdom. Мы для того, чтобы прийти и принести царство. And the kingdom is the authority of one kingdom over another. И царство это означает власть царя над другим царством. Otherwise, if the Lord calls you to go into a very difficult situation, like I was just describing, where people are hopeless and sick and miserable. Если вас Бог посылает туда в эту ситуацию, как я уже описал, где люди безнадежные, они больны. They're murdering themselves and они фактически убивают друг друга. You won't want to go there. Вам не захотите туда идти. For 11 years I pastored in a very bad neighborhood in Ventura, California. 11 лет я был пастором как бы церкви в очень неблагонадежном районе. When I first moved there, you'd see hundreds of people going up down the street screaming and yelling. Когда люди я заехал туда, переехали, то ты мог заметить людей, которые ходят по улицам, просто орали. You know, people hurting themselves, hurting each other, doing drugs, prostitution, everything. Там процветала проституция, наркомания, они уничтожали друг друга, убивали. And the Lord called my wife and I and family there to change that situation. И Бог призвал меня, мою семью, мою жену, чтобы изменить ту ситуацию. He didn't call me there to have a church building and get a few people come sit in the church and let me teach them about the Bible. Он не призвал меня, чтобы иметь небольшую церковь, заботиться с несколькими людьми и учить их Библии просто. Close the doors and sing songs. Закрыть двери и петь песни. You know. Pray. Молиться. It sounds very good. Но на самом деле это хорошо, молиться, петь песни, иметь церковь. In most places I travel, that's all the church does. И в большинстве мест, где я путешествую, я посещаю людей, это то, что делает церковь. Закрывает двери, поет песни и все. Nobody really believes we have the power to change anything in the world. Не все верят, что мы имеем силу, чтобы изменить этот мир. So we hide from the world and have church services. И тогда мы прячемся от мира и начинаем иметь церковное служение. And pray for one another. И молиться друг за друга. And feel very spiritual. И думать, что мы сильно духовные. But Yeshua called us to go out into the world with the power to change things. Но Иешуа призывает нас идти в этот мир с силой, чтобы его изменить. He was the example. Он был примером. And he said, it's better that I go so that you can go and I can go with you. И он говорит, лучше мне уйти, чтобы когда вы пойдете проповедовать, тогда я буду с вами. Yeshua could only be in one place at one time. Иешуа мог быть в одном месте как бы один. But if we go in his name, he goes with us and he can go everywhere we go. И так как если мы идем во имя его, он идет с нами, тогда он будет везде, где мы куда пойдем. It's not about you, it's about the kingdom. Это не то, что сфокусировано о нас, что мы можем делать. Это фокус на царство. It's not about you, you represent the king. Это you не go вы. In his name. Вы представляете царя, которого, во имя которого вы идете. Poor man says to Peter, help me, I need money. Этот бедный попрошайка говорит, Петр, дай мне денег. Well, Peter said, really, I don't have much money. Петр говорит, не сильно много денег у меня есть. But this is what I do have. Но вот что у меня есть. See, he knew what he had. А он знал, что он имел. Most people don't know what they have. Потому что большинство людей не знают, что у них есть. I think I have a few, was a гривна? I have a few гривна. А у меня несколько гривен есть, могу дать помочь тебе. They don't know what they have. Они не знают, что имеют. He said, I don't have money, but this is what I have. In the name of Yeshua, rise up and walk. Нет у меня денег,
что имею, то даю. Во имя Иешуа, встань и ходи. Now, it was interesting because it says he perceived, I think, didn't it say that he perceived that, that this man had faith to be healed? That was another scripture. Mm-hmm. Yeah, yeah, Apostle Paul, that was interesting. Это не написано, что этот человек имел веру, правда? I need my coffee, I'm getting my Bible. Да, говорит, мне нужно кофе, я немножко стихи путаю. We have to have spiritual eyes to see. Мы должны иметь духовные глаза, чтобы видеть. This is the point I want to make real strongly at the beginning of this teaching. Я хочу это как бы оставить акцентом перед тем, как я буду учить. People are being harassed. Люди напуганы. Then it says, они рассеяны. Yeshua describes their condition. He says they are sheep without a shepherd. И Иешуа открывает их состояние. Это овцы без пастора. So here we see the solution to the problem. И мы видим здесь выход из проблемы. We have sheep who are being harassed by the wolf and by the enemy. У нас есть овцы, которые напуганы волком, и у них нет пастора. There's only one solution. И есть всего лишь единственный выход из этого. The sheep need to have protection. Для овец нужна безопасность, they защита. They need to have a spiritual covering. У них должна быть духовное покрывало, защита. So when I went into this difficult neighborhood with my wife and children, we began to pray. Когда мы приехали с моей женой и моими детьми в этот ужасный район Калифорнии, мы начали молиться. The first few nights, first few months that we lived there, my wife at night, her jaw would lock when she slept, and she couldn't open and close her mouth. Несколько месяцев, мы живя там, моя жена не могла открыть рот. У нее как будто челюсти как ключ закрывались. And I would have nightmares. А у меня были кошмары снились. Usually nightmares are because there's demonic presence somewhere. Я вам скажу, что такие сны, которые превращаются в ужас или в ужасы, это свидетельство о том, что есть демоническое движение, проявление. I have prayed for people all over the world who have nightmares. Я всегда молюсь за людей, у которых есть снятся плохие сны. They heard me talking about it, and I talk about it like I'm saying now. It's usually something from the demonic and fear. Да, я делюсь тем, что происходило со мной, и люди говорят со мной, и это происходит потому что этих сны, потому что есть демоническое движение и страх. And I think every time, but almost every time I pray for somebody for this, it always stops. И я думаю, что я не ошибаюсь, что если я за кого я бы не молился, это останавливалось. It's because it's a very simple solution. Потому что есть очень простой выход из этого всего. There's demonic harassment. Есть вот этот демоническое запугивание. You may go to a hotel room somewhere traveling and find that you're sleeping very badly. И вы даже можете обнаружить то, что если вы едете куда-то спать и вы не можете заснуть или же идут такие кошмары снятся. It could be because there's demonic presence there. Потому что там есть демоническое присутствие. So we have to see what's happening in the spiritual realm. Поэтому нам нужно и необходимо видеть, что происходит в духовном мире. Now, I don't walk around life and see the spirit realm everywhere I go all the time. Я не говорю, что я путешествую везде, вижу духовными глазами. But I look at the signs of what's happening. For example, am I having a nightmare? Are people sick? Я смотрю на проявление этого всего духовного. Либо у меня есть кошмары, либо люди болеют, или у людей есть кошмары. Are people particularly hopeless and into drugs? Is it really a bad situation? Люди в наркотиках, либо какие-то особых тяжелых проблемах. And if I see those things, I know what's happening. И если я вижу это все происходящее, тогда я знаю, что происходит. So then you have to begin to pray. И тогда ты начинаешь молиться. Because the weapons of our warfare, right, are not carnal, but they're spiritual. Потому что воинствование наше, оно не плотское, оно духовное. And I represent the king. А я представляю царя царей. So when I go somewhere, I'm opening a door. И когда я еду куда-то, хожу, я открываю дверь. See, I'm like a doorkeeper in a sense. Можно сказать, что я ключник.
I say in the name of Yeshua and begin to pray and I'm opening a door. И я говорю во имя Иешуа, я открываю дверь и вхожу. And things that are in God's heart and from the kingdom of heaven begin to come into this world. Потому что я знаю, что то, что в Божьем сердце его царя, оно начинает ходить в этот мир. Another picture of that is that we, like we are people who are standing at the horizon. Другая картина это как будто люди как мы стоим на восходе солнца. The horizon is where the sun, I mean where the sky meets the earth. Это горизонт, это то место, где небеса как бы сливаются с землей. So look out in your mind, look at the horizon and then picture a person standing there. В своем разуме представьте себе в горизонт человека и человек там как бы стоит. Everyone lift your hands. Поднимите ваши руки, пожалуйста. Lift your hands. Поднимите руки. Where are your feet? А где ваши ноги? They're on the earth right now, они right? Они на земле. Okay. Правда? Where are your hands? А где ваши руки? They're reaching into the heavens. Они простираются к небесам. That's why we raise our hands. Вот почему мы поднимаем наши руки. See? Why do you raise your hands in worship? Почему мы поклоняемся с поднятыми руками? Well, because I'm tired and bored. Потому что мне так скучно и подтянуться хочется. Oh, because I saw other people doing it. Потому что я видел другие люди делают, поэтому нам нужно раз сделать то же самое. It's not what we do, it's why we do it. Это не о том, что мы делаем, а почему мы делаем. So when I raise my hands, но когда я поднимаю свои руки, I'm calling from the things from the kingdom of God. Я призываю то, что есть в Царстве Божьем. And I'm speaking God's will into this world. И говорю Божью волю сюда, здесь, на землю. And God's will begins to happen. И его воля исполняется. Because I say, потому что я говорю, Thy kingdom come. Твое царство придет. Thy will be done. Да будет воля твоя. Here. Здесь. On earth, на where земле, my feet are. Где мои есть мои ступни. When I pray that way, something changes. Когда я говорю об этом, что-то происходит, изменения приходят. Because the authority of the king is given in the name of Yeshua. Потому что власть царя дается нам во имя Иешуа. Now, if you don't believe that, don't go. Если вы в это не верите, не идите туда, в этот мир. I don't even know why some people go to church. You'd be better off just sleeping, staying at home. Я вообще не знаю, почему люди ходят в церковь. Им ли, может быть, некоторым, может быть, лучше оставаться дома и спать. Maybe then after a while you would realize you no longer have God and you miss God and you decide you come back. Может быть, через время вы обнаружите, что вам нужен Бог и вернетесь обратно в церковь. There's nothing worse than going to church every week and not having God. Знаете, самое худшее, чтобы ходить в общину или в церковь и не найти там Бога. And that can happen to you in about 3 months, not three years. That can take place in about 3 months, not 3 years. Yeah, это примерно собирает три месяца, не три года. I'm convinced it takes us about a week to become religious. Я убежден в том, что нам нужно всего лишь неделю, чтобы стать религиозными. It's amazing how you take a normal person in the world, get them experience with the Lord, and then in a couple months they become a religious person. Очень удивительно, что человека, который приводишь к Богу с мира и смотришь на через месяц он стал религиозным. They were much nicer to sit and talk to before they came to Yeshua. С ними интереснее было до того, как они пришли к Иешуа, а сейчас вообще страшно. I'm telling you the truth. Я вам говорю истину. I can go out into the world and find some very, very kind, nice people that I really talk with. Я могу найти хороших людей в мире в этом. Очень мне приятно с ними общаться. And then I can go to church and I can find so many people that are just all. А потом иду в церковь и нахожу людей таких. They're not friendly. Они не дружелюбные. You know, they don't care. Им безразлично все. They're boring. Они скучны. Is this truth or not the truth? Истина или нет? Now, why? But so if this has happened, so why does it happen? That's my point. Если это происходит, то почему это происходит? We just begin to do the things we're told to do, and nothing's happening inside anymore. Потому что мы делаем то, что нам сказали делать, и внутри мы об этом как бы
ну, нежелаемо, но это такое просто происходит. Now, everywhere there is a problem, that does not mean that everywhere there is a demon. Не означает, где есть проблемы, там бесы. Because the devil gets us to do his work for him too. Потому что дьявол иногда делает так, что мы делаем за него работу. Right? I hurt you, I'm mean to you. Я тебя ранил, к тебе отношусь плохо. Now you're upset. Ты на меня обиделась. Right? You go home to your husband and you're. А ты идешь к мужу и там. Husband walks out the street and kicks the dog. А муж выходит с улицы на улицу, обиженный тобой, и попадает ему собака на пути. Dog runs and bites the neighbor. Ударяет собаку, собака бежит и кусает твоего соседа. Right? And it all started in China. А все началось с Китая. That's how the world system works. Так вот работает система мира. But there are places you'll see and you'll sense in your spirit there's a real darkness here. There's something demonic. Но есть то состояние, где ты чувствуешь, что это действительно бесовское проявление, демоническое. You see the difference? You see what I'm talking about? Вы видите разницу, правда? There's fallen nature where we're bruised and hurt, and so we treat other people badly. Есть то состояние, где мы падшее творение, и мы ранены, и мы также раним людей. But then there can be situations with people or communities where there's a darkness and there's a demonic presence there. И есть состояние, то где территория людей, где там чувствуется сильное присутствие бесовское или демонов. So when we first moved into this neighborhood, we saw all these problems. Когда мы первый раз приехали в тот район, куда Бог нас послал, so мы куча проблем. We began to pray. Мы стали молиться. And then I began to pray and walk. Я начал молиться и ходить в молитве. Do you know that you don't have to pray in the church, right? Вы знаете, что вы не должны молиться только в церкви. You can pray when you walk down the street. Вы можете молиться, когда вы ходите по улице. And I think that's effective prayer. Это эффективная молитва. Because you can see what you're praying for. Потому что вы видите, что вы молитесь. What an idea. Okay, so prayer begins to affect the unseen realm. Молитва начинает эффективно действовать на невидимый мир. Because I'm opening the door from heaven to bring something on earth. Потому что я открываю двери с небес, чтобы принести его свет. It's not because I have something. Не потому что я что-то имею. See, that's our problem. We look at ourselves too much. Это наша проблема. Мы смотрим на себя чересчур много. Well, I have this fault and I У меня есть эта проблема здесь, да, вот такой, right? Расскажу такой And we walk around and I should be praying Я должен молиться больше. You know, and I didn't give my tithe last week. А я десятину не дал в прошлый раз. You know, and on and on and еще, on and on. И еще накручиваем себя. We're not thinking about changing the world. Мы не думаем о том, что нам нужно изменить этот мир. Because we're thinking, oh, looking inside. Мы все смотрим вовнутрь. You understand what I'm saying? Видите, что я говорю? So we have to pray. Мы должны молиться. And believe и верить, for God's kingdom to begin to come in the lives of those around us. Что начинает приходить Царство Божие для тех, кто вокруг нас. Now, I went out and started talking to people in the neighborhood and on the streets. Я начал стучать к людям, ходить к соседям, говорить. And I started talking to these Spanish girls who were all part of the gangs there. Я начал разговаривать с мексиканскими девушками, которая часть банд была в том районе. At that time, I was looking for a house to rent where we could help people who were like drug addicts. Я как раз в это время искал дом, чтобы его как бы арендовать для тех, кто имеет проблемы с наркотиками. And I told them who I was and why I was there. Я им сказал, кто я есть, что, почему я нахожусь в этом районе. And I said, I've been here, living here now in the neighborhood about 6 months. И я сказал, что я уже здесь живу в этом районе 6 месяцев. And they all looked at each other and said, about 6 months ago, something started to change. И они посмотрели на меня и говорят, слушай, 6 месяцев назад начало что-то изменяться.
меняться в этом районе. Now they didn't know me. Они не знали меня. I just met them. А я только встретился с ними. And they said, we were starting to be drawn into Satanism. Мы нам захотелось больше вовлекаться в сатанизм. They were getting interested in that, and more and more interest такой про... начали шаги делать к этому. It was before or six months. Yep, before that 6 month period. А до 6 месяцев, которые вот мы говорили, до этого времени они просто вовлекались больше и больше и в банду, и в сатанизм. And then they said about 6 months ago something started to change. И вот 6 месяцев назад что начало меняться. And all of a sudden we were afraid of this. И сразу нам стало страшно, and чтобы decided, no, we don't want to be doing прикасаться that. К сатанизму и тому. Нет, мы не хотим этого делать. What changed? Что изменилось? I told him, I said, we began praying 6 months ago here. Я сказал, мы начали молиться 6 месяцев назад об этом. When we pray and when we когда believe, мы молимся и мы верим, and when we do what the Lord said to do, the Lord works. И делаем то, что Бог говорит делать, действует Господь. If nothing is changing spiritually, there are no signs, there are no healings, there are no miracles. Нет чудес, нет сверхъестественного. Something's wrong. Тогда что-то не так. And it probably isn't. И наверно же. Maybe it's me. Это не Господь, это, наверное, я проблема. Not because I'm such a bad person. Не потому, что я плохой человек. But because I don't believe. Потому что я не верю. I don't believe what I teach. Я не верю, что я читаю, что Библия говорит. If you don't believe it, why go? Почему, если ты не веришь, почему ты зачем тогда идти? Right? Правда? Don't go. Не иди. Stay home. Иди, стой дома. You'll be much happier. У тебя будет больше счастья. You're just going to go to church and find out more things to do that you don't do. Ты пойдешь в церковь и найдешь себе больше проблем, что ты не делаешь, и будешь себя плохо себя чувствовать. And you're just going to go and get bored. И пойдешь в церковь или там где-то на собрание, и ты будешь более скучным. But if we believe it and we do what he says, things happen. Если мы верим и в то, что происходит, то вещи будут происходить так, как нужно. And I'm no longer going to church, watching my rear end get bigger every week. I can't say that. Okay. Yeah. I'm no longer going to church, just sitting there, watching everything. Я не иду просто так в церковь и посидеть там. Becoming fat and lazy. Становясь более тучным и ленивым. So, Jesus said, Yeshua said, Ишуа говорит, there are sheep without a shepherd. А как овцы без пастыря. So then it says next he then appoints these men as apostles. А потом он называет как бы апостола посылает как бы на действие. In other words, he's beginning to build shepherds. Он начал строить этих пасторов или he's beginning to train people to minister to people. Он начинает учить людей, как служить людям. And change the spiritual atmosphere. И изменять духовную атмосферу. So what we bring to people is a spiritual covering. Что мы делаем? Мы приносим духовное покрывало в жизнь людей. That's why I explain to people, this is why you should join my church. Вот почему я говорю, по этой причине ты должен присоединиться к моей церкви. Because if you come here and you join yourself to the Lord, you're going to come under a spiritual covering. Если ты придешь сюда, присоединишься к Господу, то ты придешь под охрану, под это духовное покрывало. And things that would have happened to you are now not going to happen to you. И все, что могло произойти с тобой, теперь не произойдет. You just don't always know about it. Потому что ты не всегда знаешь об этом. I promise you, many of us would have experienced many bad things that we never even knew about. Мы бы, я вам могу гарантировать, что мы бы пережили бы плохие вещи, которые мы об этом не знали. But we've come into covenant and we're under covering. Но мы пришли в завет, зашли в покрывало. And so what we bring people into is a place where they can come under a spiritual umbrella. Что мы делаем? Мы приводим людей, где они находятся под духовным покрывалом. So first we have to convince them. Первое, нам нужно убедить их об этом. So we go tell them, hey, I've got some good news for you. И мы идем, говорим, у меня хорошая весть для тебя. You can come to church and learn how to be a better person. Ты можешь прийти в церковь и стать хорошим человеком.
And I can tell you all these good things you have to do. И я могу тебе сказать, вот это то, что ты должен сделать. And every week we're going to give you more things to do. А каждую неделю мы будем давать им больше заданий, чем раньше. And you go, yeah, I know. We know about church. И люди скажут, да, мы знаем об этой церкви. Yeah, we've seen people go to church. Видишь, знаю таких людей. I visited there one time. Я иногда посетил эту церковь. It was boring as could be. Это так скучно было, ужасно. Nobody looked happy. Даже никто не был счастлив, там все с кислыми лицами сидели. Thanks, I'll have my vodka. Спасибо. Я возьму себе пиво запью. Right? Да, так. That's what people are thinking. Так люди думают. If people don't come to the Lord, I think it's more because of us than the Lord. Почему люди не приходят к Богу? Это причина не в Господе, не в Боге, а в нас. They look at us and they say, no, that's no thing. Они смотрят на нас и говорят, таким стать не хочу. Would you like some poison? No, I'd rather have coffee, thank you. Говорит, какая-то разносильная примера таких. Хотите немножко яда? Нет, я возьму кофе попью. But we come to people and say, hey, I've got good news for you. Но мы можем сказать так, у меня классная новость для тебя. And you look at what's happening to them. И ты смотришь, что происходит с их жизнью. What's making them miserable. Что же их делает скучным и жалкими. And you can tell them, this situation can change. И ты говоришь, это обстоятельство может измениться. And you present to them the power of God. И ты представляешь и даешь им знать, что есть сила Божья в действии. I used to do a lot of street witnessing, where I go out and talk to people on the streets. Я очень часто делал свидетельства по улицам, евангелизировал. And when I was very young in the Lord, I had a lot of faith for people to experience God right there. Когда был более молодым, у меня было достаточно веры, чтобы люди переживали Бога прямо на месте. Because that's what happened to me. Это то, что произошло в моей жизни. And then I was in church a long time. Но я также был в церкви. And I started losing that faith. И пробыл в церкви очень долго, я начал терять эту веру. It wasn't conscious. Это не было подсознательно. But I realized over time I didn't have the same faith for that. Через время я что-то почувствовал, что у меня больше такой веры нет, то, что я делал раньше. I've been in church too much. Чересчур долго в церкви находился. You understand what I'm saying? Понимаете, что я говорю, да? Нет? Going to church is all right. Ходить в церковь хорошо. But it can be pretty bad too. Но также это может стать плохим опытом. If it's not done right. Если неправильно или как бы целеустремленность не та. So I would say to people, well, what do you believe? Я говорил людям, а во что ты вообще веришь? And so I'd ask them what they thought about life and so forth. Я говорю, спрашивал, что они думают о жизни, какие проблемы? Well, what do you think about, Yeshua, Jesus? А потом говорю, слушай, а что ты вообще о Иисусе думаешь, Иешуа? You hear what they think. Ты слушаешь, что они думают о нем. They may think nothing. Если они о нем ни о чем не думают, а может быть они сильно злые на него. Послушайте, что они говорят. Вот что бы я спросил людей. Would you serve the Lord if He showed you that He was real? Я спрашиваю, а ты будешь служить Господу, если Он покажет, явит себя реальным? Some people yes, some people no. Люди скажут да или нет. Most people kind of go, well, yeah. И люди будут сказать, да. If it's real. Если он реален. So I say, well, I tell you what, I'll do it. Let me pray for you. И я говорил так, знаешь что, давай, and я помолюсь после тебя. You can pray with me. Ты можешь помолиться со мной. Let's ask Jesus if he's really со мной и попросим, может, он явил себя явным. And that if he's really there, then he если will show там, himself in есть, your life in such a way that you'll know it's true. Что он явит себя очень реально, и ты поймешь, что он это истина. Pray with people. Молись за людей. The Lord can prove himself to them. Потому что Бог сам докажет себя реальным для них.
And then they begin to have an experience, and then they begin to have faith in the Lord. Потом они переживают что-то и начинается вера в Бога. Not faith in becoming a more religious person. И не вера, чтобы стать более религиозным человеком. Simon Peter said. Но Симон Петр говорит так. Yeshua, you are the Messiah, the Son of God. И он говорит, ты Мессия, Сын Божий. And Yeshua said to him, "Flesh and blood did not reveal this to you." И Иешуа говорит, что плоть и кровь не открыла это тебе. It's not possible for you to know who Yeshua is unless God shows you. Я вам скажу, вы не можете познать, кто на самом деле Иешуа, пока Господь Бог не откроет вам это. It's the same thing for all those people out here. Это тот же сценарий для каждого человека, который там находится на улицах. They're not going to see a church building and believe. Они не будут верить, когда увидят церковное здание. They're not going to see me walking down the street today with a Bible and believe. Они не поверят, когда увидят меня с большой Библией, ходящей по улице. They're not going to come to my church service and believe. Они не придут в мою церковь и услышать, что я говорю, и будут веровать в это. The Holy Spirit has to show Yeshua to people. Дух Святой должен показать Иешуа людям. And if that doesn't happen, nothing will happen. Если это не произойдет, ничего больше не поможет. We won't convince them intellectually. Мы не сможем интеллектуально убедить. They have to have a revelation. У них должно быть откровение. And Simon Peter, the Lord said to him, "Flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven has shown you this." Симон Петр, не плоть и кровь это открыл тебе, но мой Отец Небесный, который открыл это. Now here's the second revelation. Most people второе don't catch откровение. This. Люди не говорят об этом. Then Jesus says, "Furthermore, I say to you." So here the revelation continues. И вот более того, я скажу тебе продолжение откровения. Because you've had a revelation to see who I am. Потому что ты принял откровение, которое я, кто я есть. Now I'm going to begin to reveal who you are. А теперь я раскрою, кто ты. You were Simon, but now you're going to be Peter. Вот ты Симон, теперь ты будешь Петром. When we have a revelation of Jesus, that's the rock the church is built on. Если мы имеем откровение, кто есть Иешуа, это тот краеугольный камень, на котором построена вся община. The rock is the revelation of who Yeshua is. Скала, это тот камень откровения, это тот откровение, который Иешуа, кто есть Иешуа. Это на том, что мы должны основываться. И переживание, отношения с Богом. Не просто верить в что-то и быть религиозным. Когда люди встречаются, встреча с Иешуа. Когда они получают это, Господь дает новую личность им, кто они есть. Then all the old things begin to pass away. Тогда ветхое, старое, оно все уходит. Then all things start becoming new. И тогда все творю новое, все делаю новое. And the Lord begins to make a new creation in that person. Ибо Бог делает новое творение в этом человеке. Everyone has to have a revelation of who Yeshua is. Каждый должен иметь откровение, кто есть Иешуа. And then upon that, then the revelation begins to come of who we are. И на этом основании приходит откровение, кто же мы в Боге есть. And I begin to see myself differently. Тогда я начинаю видеть себя другими глазами. See, if I see myself through the eyes of my wife, если я буду смотреть глазами моей жены на себя, as good as my wife is, it will be limited. Это да, оно будет лимитировано все. I mean, sometimes she sees me better than I see myself. И тогда жена меня видит лучше меня, чем я сам себя вижу. But she sees me with limitation. Но она видит меня лимитированно. My family sees me with limitation. Моя семья видит меня абсолютно лимитированно. My neighbors and friends see me with limitation. Друзья видят меня и мои соседи видят абсолютно меня лимитированно. And how I see myself is how I'm going to live. Но как я себя вижу, так я буду жить. If I see myself as a man of God who can serve the Lord, then I'm going to go and serve the Lord. Если я вижу себя мужем Божьим или же богобоязным, служащим Господу, так я буду служить. But if I see myself basically as a bad person,
Но если я буду себя видеть как бы плохим, недостойным человеком, then I'm not going to do the right thing. Тогда я правильные вещи не смогу сделать. As we see ourselves, so we live. Как мы себя видим, так мы живем. And so sometimes those around us see us in a very negative way. Многие из нас вокруг нас, которые люди живут, они видят нас с негативной стороны. Or sometimes they see us in a very limited way. Люди видят нас очень лимитированно. So what do I do? I look, I look in the mirror to see who I am. Я посмотрю в зеркало, посмотрю, кто я такой. Now I can look in the Lord's mirror. Но я также могу и в Господне зеркало посмотреть. Or I can look in your mirror. Либо ваше зеркало посмотреть вашими глазами. And so I'm going to check with you. Well, how do I look today? Я смогу с вас спросить, как я сегодня выгляжу. Didn't realize I looked that bad. Слушай, так плохо, я думал, что я так выгляжу. I guess I am pretty ugly and miserable. Да, наверное, я очень страшный и ужасный. Right? Or I can look in the Lord's mirror. А также мы можем посмотреть в зеркало Господне. And the Lord sees the creation He's making. А Господь открывает мне то творение, которое Он творит. And He doesn't see my sins. И Он не видит мои грехи. And He thinks I'm special. И Он думает, что я особенный. And He actually really loves us. И фактически Он на самом деле любит нас. He just looks at us and goes, ах, такой мой. And you go, oh, wow, I feel думаю, pretty да, good. Вот, я чувствую хорошо себя, так вот. I didn't realize I was this valuable. Я не думал, что настолько ценен. See? And then we begin to live that way. Go ahead. So sheep need shepherds. Итак, овцы нуждаются в пасторе. So we'll be talking about more about that after the break. И я о чем буду говорить после перерыва. So it's our responsibility to create a spiritual atmosphere. Состоит в том, чтобы мы создали эту духовную атмосферу. It's like the kingdom of God. Похоже, и что означает Царство Божие. Where the kingdom of God comes. Когда приходит Царство Его. Where people have spiritual protection. Когда у людей есть духовная безопасность. Could you imagine people going to church and not having spiritual protection? Можете представить себе люди, ходящие в церковь, не имеющие духовную защиту? That's twice as bad as living in the world. Это дважды хуже, или как вдвое хуже, чем жить в мире, мирской жизнью. You get the misery of the world and the religion of the church. Вы имеете состояние ужаса мира и скучность церкви вместе. That's twice as bad. Это дважды, вдвое хуже. Or we create a spiritual atmosphere where people's lives are changed. Либо мы создаем духовное покрывало, где жизнь людей меняется. Let's take a break.